здесь помимо тех дисциплин, которые нам давали, пытались еще поступать на курсы, которые были при университете. Там, где нужна была, так сказать, волонтерская деятельность или посещение спортивных мероприятий, конечно, мы ни от чего особо не отказывались. На все шли, все было интересно. Старались набирать максимум информации, потому что все-таки такой легендарный университет, здесь огромное количество профессионалов своего дела, и хотелось хотя бы понемножку по верхам немножко попрыгать и набрать по чуть-чуть зернышек для того, чтобы иметь представление обо всем.